Утро на улице Павлова. Шел-шел, да заметил, что лазалки начинают собирать потихонечку. Немножечко присмотрел цену на шашлык, шею. Там вот кафешка сзади меня, которая там, где пруд детский, где качаются. Не качаются, а катаются на дракончиках-то. В прошлом году цена была 200 рублей. Это вам так, для информации. У Орешника, я смотрю, шашлычная уже тоже горит новыми огоньками. Можем подсмотреть. Не знаю, я не обращал внимания, я тут просто давно вечером не ходил. Работает, не работает. Тут вот, пожалуйста, свинина за 100 грамм, 170. Ну, на сей момент, все, что я видел в открытом виде, наверное, самая дешевая. Но опять же, ну, думаю, что это цена этого года. Тир-шоу. Не знаю, как это. Какое-то шоу. Какие-то тиры. Не, ну, назначение тира-то понятно, как там шоу. Может, что-то новое придумали, не знаю. Ну, улица Павлова. Конечно же, если бы я шел несколько попозже, ну, допустим, часиков 10, в 11, если бы еще не моросил мелкий дождик, то было бы нам, наверное, поинтереснее. И людей побольше. Но сейчас дождик моросит, вот под деревьями тут нормально. Капельки практически не попадают. Кстати, вот тоже думаю, что это цены прошлого года. Шея 240. Ну, это также прибой. Там тоже замечены были трудящиеся. Велись активные подготовительные работы. Позже прогуляемся. Посмотрим. Что да как. Лазаревское колесико. Ну, я уже вижу море. Море, на мой взгляд, издалека тихое да спокойное. Машин нету, можно выйти даже по центру проезжей части пройтись. Уже работает все по 40 с утра пораньше. Еще недавно были по 35, как я говорил уже. Уже по 40. В год по 5 рублей. Инфляция. Хотя в процентном соотношении тогда получается достаточно большая инфляция. Ну, сейчас узнаем и температуру воздуха заодно на том вот термометре. Но опять же вам рекомендую смотреть в сторону моря. Тут теперь неудобно. Тут теперь столы. В 18 градусов показывает термометр. Ну, для прогулок вот идешь и как бы комфортно. Очень даже. Ни жарко, ни холодно. А море сегодня просто идеальное. Сейчас покажу его поближе. Оно просто мурлычет. Чистое, прозрачное, мурлящее. Смотрите. Такое впечатление, что на какое-то мгновение оно прям вообще захватывает дыхание и умолкает. Это я про море.
За причалом уже видны буйки, я вам об этом уже рассказывал. Уже, можно сказать, пляж открыт. Людей на пляжах пока мало. Пока просто прогуливаются. Да и все. Будьте внимательны и аккуратны вечером в темное время суток. Не нарвитесь на эти колышки. А пляж чистый, ровный, красивый. В общем, как-то так. Про лежаки кто-то мне там писал по 500 рублей. Что-то я, честно говоря, не знаю. Вот то, что я спрашивал в ходе съемок ролика, мне сказали, что 300 сутки, 100 рублей час. Кажется, такая была фраза. Если я сейчас ничего не перековеркал. Иной информации на сей момент у меня нет. Ну, здесь вы уже все видели. Даже в ходе вчерашнего ролика, кстати, на канале Ладожская, и все на Дзен-канале, опять же повторюсь, там камера не позволяла снимать. Она ограничивает по времени ролики в формате 4К. Ну, в общем, оставшийся фрагмент, то есть он сначала было на площади, а под конец я вышел к морю. Показал вам, так что увидите. Будет такой вот маленький, интересненький фрагментик. Люди гуляют, ну пляж пока еще готовится. Все-таки официальное открытие с июня месяца, если не ошибаюсь. Но тем не менее душ. Не знаю, работает, не работает, нет, но во всяком случае ЕНТ-конструкция уже стоит. Главное, что раздевалки есть. Парк уже убрали. Если кто что намусорил, то не заметите. Остались только палатки и противотанковые ежи. Всем доброе утро. Всем привет из Лазаревского. Вот такое вот оно, полусонное какое-то получилось. Всем пока.